В минувшее воскресенье, 21 июля, специалисты завершили ремонтные работы на нечетной стороне и начинают ремонтно-восстановительные работы по четной стороне проспекта Красноармейского. На сегодняшний день у нас выполнена укладка 22 метров футляра железной трубы диаметром 1200. Вот, восстановлено благоустройство по нечетной стороне. На сегодняшний день планируем с 21.00 перекрытие движения по проспекту Красноармейскому от улицы Песчаной до Папанинцев. Оставшиеся работы под дорожным полотном – это у нас укладка 12 метров футляра и устройство диаметром 800 полиэтиленовой трубы канализационного коллектора номер 6. Отметим, что работы по замене коллектора должны увеличить надежность системы и исключить в будущем провалы дорожного и трамвайного полотна. Работу планируют завершить к началу августа. Напомним, движение общественного транспорта в связи с работами будет осуществляться в реверсивном режиме по нечетной стороне проспекта. Общественный транспорт здесь будет двигаться по выделенной полосе встречного движения. Валентина Аскерова, «День с толком».